Алексей Саврасенко подписал контракт с московским «Динамо». Срок соглашения 30-летнего баскетболиста рассчитан на один сезон. В юношеском возрасте Саврасенко выступал в Греции, а в 2002 году вернулся в Россию, подписав многолетний контракт с ЦСКА. В составе армейцев Алексей выиграл 2 титула чемпиона Евролиги, 6 чемпионатов и 3 розыгрыша Кубка России. С января 2009 года он выступал за питерский «Спартак», которому помог дойти до полуфинала чемпионата России. А в 2007 году в составе национальной сборной Саврасенко завоевал титул чемпиона Европы.